Всем привет! Самое время приготовить что-нибудь сладенькое и очень аппетитное. Например, вкусную, нежную, оригинальную шоколадную ореховую пасту. Нам потребуются такие ингредиенты. Пол-литра молока, 6 столовых ложек какао, 6 столовых ложек сахара, 6 столовых ложек муки, 150 грамм сливочного масла, грецкие орехи 100-150 грамм. Приступаем к приготовлению. В кастрюлю помещаем все ингредиенты, кроме масла и орехов, и хорошо размешиваем. Ставим кастрюлю на плиту и помешиваем венчиком, чтобы будущая шоколадная паста не пригорела. Как только начнет закипать, нужно подержать еще минуту, обязательно помешивая. Затем снимаем с огня, даем немного остыть. Орешки измельчаем. Мы это делаем с помощью кофемолки. Осталась самая малость. Смесь немного остыла, добавляем в нее масло и размешиваем. Затем орехи. При желании можно добавить ванилин. Ах! Какая вкуснятина получается! Просто супер! Обязательно попробуйте! На этом с вами прощаемся. Если понравился рецепт, ставьте лайк. До новых вкусных встреч, уважаемые зрители! Пока! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!